В этом году наша страна отмечает 75 лет победы в Великой Отечественной войне. В знаменовании этой памятной даты Российским организационным комитетом «Победа» принято решение о вручении памятных медалей 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Слово предоставляется главному федеральному инспектору по Ивановской области Мажухину Валерию Викторовичу. Мне очень радостно видеть вас всех в добром здравии здесь. Я знаю очень многих лично, знаю, какой вклад внесли люди в подготовку празднования 75-летия в таких сложнейших условиях. И хочу выразить свою благодарность всем тем, кто осуществил свой вклад в подготовке и проведение этого масштабного праздника. Я всех вас поздравляю с высокой оценкой вашего труда. И желаю вам, в первую очередь, здоровья в этой непростой ситуации. Памятные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вручается Околотину Владимиру Сергеевичу. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Ивановской области Нестерову Евгению Леонидовичу. Конечно, главная награда для вас, для нас, это благодарные глаза наших ветеранов. Это слезы на глазах, да, когда к ним приходишь, когда с ними общаешься. Все равно они, как люди пожилые, достаточно испытывают проблему такого общения. Да? То есть хотелось бы им больше, и во многом целый пласт работы, который лег на ваши плечи, он был связан как раз с этим направлением. Помимо просто мероприятий. Хотя мероприятий, посвященных Дню Победы, их достаточно много. И молодежь, и военные, и ветераны, и труженики тыла, и так далее, и так далее. Это много всего, и вы все принимали в этом активное участие, за что хочу сказать вам огромное спасибо. И я знаю, что все это делали по зову сердца. И это, наверное, самое главное. И сегодня это заслуженные награды. Действительно, это награды, которые бы хотелось отмечать, пожелать, чтобы было, наверное, может быть, больше, может быть, в каком-то другом виде, но это спасибо от нашего государства. И от правительства Ивановской области я тоже хочу вас поблагодарить. Вы у нас принимаете участие практически во всех мероприятиях за вашу жизненную позицию, за вашу душу, за ваше вот это веление, за эти позывы. Еще раз огромное вам спасибо.